Мара приготовила для больной питье. Теплое пиво с маслом и сахаром. Лучшее лекарство, которое она только знала. А затем отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его, конечно, плохо. Зато от доброго сердца кухарка городского судьи дала для больной славный кусок ветчины и немного жареного картофеля. Все это досталось самой Марин и мальчугану. А больная довольствовалась лишь запахом. Он такой питательный. Прачке стало немножко легче. Теплое пиво ее подкрепило, а запах горячего кушанья подбодрил. Спасибо тебе, добрая душа. Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все. Он и не знает, как приходится его бедной матери. Да Бог даст, и никогда не узнает. Я служила у советника и советницы, родителей судьи. И вот случись, что самый младший сыновей приехал на побывку. Все равно полюбили друг друга. Честно и благородно. Признался матери. Он ее любил, уважал, можно сказать, молился на нее. И она была такая ласковая, добрая и умная.
Как уехал он, подзывает меня сама госпожа и начинает говорить со мной так твердо, вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мной и им расстояние по уму и образованию. Сейчас он смотрит лишь на твое личико. Но красота ведь скоро пройдет. А ты не так воспитана, не так образована, как он. Не ровня вы. Вот в чем вся беда. Я уважаю бедных. И в Царстве Небесном они, может быть, займут первые места. Но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед. И экипаж сломается, и вы оба вывалитесь. Я знаю, что за тебя сватался один добрый, честный работник. Эрик, перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный. Подумай хорошенько. Каждое слово ранило меня, как ножом. Но она говорила правду. Это меня и мучило. Хотя, может, и полюбит со временем. Полюбит непременно.